Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, давайте посмотрим, что у нас сегодня здесь будет есть и что мы сможем сегодня сделать. Так, подожди. Это до сих пор идет еще война, елки-палки, сколько дней-то? Сколько дней и ночей? Ну, я знаю, что осталось всего лишь 17 часов, и он закроется. Так, давай глянем здесь. Я на каком месте-то? Не скинули меня, надеюсь, а? Ребятули. Ну, что ты так долго? Ха! Да ладно! Да, ребята, сам виноват. Ну, не было у меня возможности зайти и поиграть, как говорится, от души. Как видите, даже денежек у меня мало. Я тут на радостях такой. Сейчас, думаю, наделаю себе этих... Как они называются? Погоди-ка, не понял. 12 тысяч, ё-моё, 12 тысяч, ребята, бонус 50%. И я как дурило 2 дня просто продинамил. Ё-моё. 12 тысяч, ну это еще по-божески, но 24, это, конечно, перебор. Причем задание выполнено, убейте 120 любых зомби. Оу, забрать? Спасибо большое. А это что у нас? Вам получи сегодня новое задание. Потратьте все топливо. Так, 60 голды мне дадут и 180 опыта. Потратьте все золото. Ой, все золото. Все горючее. Или все золото. Все топливо, ё-моё, конечно же топливо. В принципе, для меня это не проблема, потратить все топливо. Но хотелось бы, ребятушки, с умом все это сделать. Так, значит, мы с вами на втором месте почему-то. До сих пор еще игроки не насобирались. Так, может быть... Давайте просто так сходим сюда, а? Нам все равно с вами делать нечего, пока подождем народец, когда соберется. Так, кто у нас здесь? Этого мы убираем. Кто-то спрашивал у меня, где я взял лесника. Вот этого вот мужичка, да, по-моему? Или не этого? Короче, могу сказать, если тех ребят, которых нету в основном магазине купить, то тех ребят я покупал, либо на ивентах они появляются. Да, в основном, в принципе, на ивентах. У нас вот механик, по-моему, ивентовый чувак. Потом, кто же у нас еще ивентовый такой, а? Которого не найдешь в игре. С бензопилой, тоже чувачка я при... По-моему, на Хэллоуин, да, он? Есть еще у него такой же корешок. Он с 2 томагавками, тоже в маске. Типа такой, знаешь, злой чувак. Вот мне он нужен. Он должен быть в конце этого месяца разыгрываться. Если я, конечно, не путаю, посмотрим. Кто у нас еще ивентовый? Да вроде бы и все, остальные все приобретаются обычным путем. Да. Или же нет. А, вот, ребята, вот этот вот Лестер. Тоже это ивентовый был чувак. Да-да-да. Ну ладно, хорошо. Значит, что мы с вами возьмем? Или кого? С дробовиком. Кстати, да, я посмотрел вот этого чувачка. Блин, довольно крутой. Сильный он стал. Стреляет здоровски. В общем, сейчас от него есть толк. А вот насчет этого я так и не понял. Ну что ж, он отталкивает противника, да. Но вот прямое управление юнитом, честно говоря, не врубился я, что это вообще обозначает такое. Круто, конечно, что можно гренадира теперь брать на задание и, соответственно, бомбить. Так, ну что, насобирался тут народ? Нет у нас? Ёлки-палки, я уже на 6 месте. Что за ересь? Ну что ж, давайте, ребята, приступим. Давайте посмотрим, как у нас тут все дело это пойдет. Гренадир, снайперша, огнеметчик и механик у меня в моей колоде. Мы с вами будем как делать? Так, я поставил, надеюсь, не один бой, а сразу серию. Давайте смотреть. Так. Куда ж ты идешь? Куда ты идешь, блин, гренадир, ё-моё! Вот это было жестко, ребята, сейчас. Просто, почему так все произошло? Не понял я. Ну ладно, короче, этот взорвался. А, все. Гренадир же у нас взрывается, ребята, как и этот. Как и огнеметчик. Угу. Хорошо. Тогда мы сделаем, знаете как, мы немножко поменяем. Мы поставим с вами огнеметчика вот сюда. Вот так вот. Попробуем такую тактику. Да, теперь нам нужно с вами нажимать просто в бой. И что пройдем, то пройдем. Что не пройдем, будем уже сами допроходить. Поехали. Отлично.
Ну вот что ты идешь? А, он всего лишь одну, ребята, гранату может бросить. Вот оно в чем дело. Да, тут я профукал, продинамил. Хотя не факт. Или факт. Сейчас он ко мне пойдет. Он пойдет ко мне. Вот огонь кончился, и он, наверное, добежит, гад. Да что ж ты, снайперша, ну да ё-моё. Да, он добил меня, гаденыш. Неудачно. А неудачно у нас пошло все это дело. Это кто там? Да что за фигня-то, не могу понять. Сейчас дробовика прижучит, да? Нет, не успел. Мог бы так сейчас нагреть меня. Короче, здесь что-то не то. Минус. Огнеметчик минус. Так, давай, гренадир. Красава. Тут ты разрулил как надо. Двигаемся дальше, ребятушки, с вами. И смотрим. Бум! А вот сейчас ему просто повезло. А знаете почему? Потому что граната попала прямо в сборище моих бойцов. И подорвала всех. И огнеметчика, и гренадира. Это вот сейчас только что, как у нас получилось, довольно хорошо. Гренадир бросил гранату и взорвал тут всех сразу. Ладно, пока вроде бы как 50-50. 50 на 50. Так. Давай. Оу! Хреново. Хотя, подожди. А почему? Огнеметчик же вроде бы может проходить через огонь. В чем проблема-то? Не могу понять. Ну тогда хана ему. Странно как-то. Я почему-то всегда думал, что огнеметчик может пройти через огонь. А получается, что нет. Ага. Нет, он не может пройти. Что ты делаешь там, ё-моё, а? Что он делает? Огнеметчик, ты что делаешь? Не, он тоже не дойдет, его завалят сейчас. Обидно. В общем, как-то тут надо мне немножко менять тактику всего этого дела. Но здесь наша победа, потому что тут зажарим просто-напросто. Хорошо. Далее что? Классно, еще и ящик получили. Так. Вообще как-то изи прошли. Щитоносец, причем стоял, даже ничего не смог сделать. Просто тупо стоял, даже не отбивался. Переклинило его, наверное. Ну что я вам могу сказать, ребята? Так, три боя мы с вами проиграли. А это значит что? Что нам надо кое-что здесь поменять. И попробуем это сделать. Погоди-ка. А что если я, знаете, возьму вот так вот дробаша себе? Дробаша и вот так вот мы сделаем, а? Слушайте, я думаю, должно быть прикольно. Давайте посмотрим, а? Прокатит такой вариант или нет? Ну, поехали. Там у нас механик, Марина. В общем, должно... Опс. Так. Ой-ой-ой-ой. Ну, снайперша. Е! Великолепно получилось. Так, а мы с вами двигаемся дальше. Нам осталось всего лишь два боя провести, чтобы быть в топе. Давай-ка поехали. Посмотрим. Хоп. Блин, опять те же самые, ребята, грабли. Те же самые грабли в плане того, что гренадир... успел бросить гранату, и, соответственно, полицейский и мой же гренадир просто слегли. Как в этом случае надо поступить? В этом случае нужно поступить нам элементарно. Вот так и вот так вот. Все, в принципе, вот это вот должно все изменить в корень. Даже если он бросит гранату, погибнет только лишь один воин. Но не все. Сейчас проверим мою теорию. Да ёпарсы ты, куда ж ты пошел-то, дурень? Да, расстреляют. Автоматчик и огнеметчик. Причем огнеметчик даже не бежит. Ладно, давайте вот здесь вот мы с вами добьем и уже будем думать над последним уровнем.
Так. Блин, а почему такой полицейский-то ватный у меня? Ну, я имею в виду, который с дробовиком. Слушайте, он меня немножко даже расстроил. Так, хорошо. Значит, полицейский у нас получается слабое звено. Будем менять? Конечно же, будем менять. Только вот на кого? Вот в чем вопрос. На кого? Ой, ё-моё, я же хотел поменять. Дурила. Не успел. Просто элементарно не успел. Да, здесь зарулили. Офигеть. Вот он, рандом непредсказуемый. Но все равно полицейский у нас слабое звено. Так, вот в этой вот колоде у нас огнеметчик, автоматчик, да? Надо как-то нам немножко... Погоди. А, нам нужна колода же, да. Вот здесь вот колода, мы меняем. Предположим, я уберу его. Кого можно поставить? Там автоматчик. Там же огнеметчик, да? А если я вот так сделаю? И вот... И вот так. Так. Попробуем. Поехали. Что у нас из этого получится? Так, нормуль. Да нет, ребята, ни хрена не нормуль. Хотя... Черт. Успеет моя снайперша? Нет? Наверное, нет, потому что зомби помешают нам. Нам помешают зомби. Да куда ты отвернулась-то, ё-моё, ты... Чё ты делаешь? Хана. Ладно. Слушайте, а если нам вообще снайпершу убрать отсюда? Да, по большому счету, нафиг она нам здесь нужна? Вот именно в данном бою. Я думаю, от нее здесь толку нету. Давайте-ка кого-нибудь другого поставим. А кого другого тут можно влепить? Я даже, честно говоря, и не знаю. Но если мы деда этого, предположим, поставим. Ага, а дед этот у нас, короче, будет типа круче, чем снайпер. Бред какой-то, да, на самом деле? Но посмотрим все равно. Дед, ё-моё, ну куда ты прёшь-то? Это тормоз, а не дед, вот что я вам скажу. Короче, у меня есть другая немножко идея. Знаете что, поставим-ка, попробуем поставить Вилли. Хоть я его и не люблю, этого Вилли, шпили. Ну, дед этот вообще меня просто убил. А, погоди-ка. А у нас же есть еще вот что. 8-й уровень. Слаба, как всегда. Ну, все равно хочется посмотреть, ребят. Хочу вот. Что у нас из этого получится? Шарлотт, она, в принципе, как стрелок-то хороша. Только куда вы так близко подходите? Е! Круто, да? Я же говорил, как стрелок, она хороша, она стреляет очень далеко. Ну что, в принципе, и все. Вот мы, ребят, с вами на первом месте. Остается только лишь продержаться нам здесь. Обычно я всегда продерживаюсь, если играю. Но состав команды, наверное, нам стоит все-таки поменять. Так, если я их так оставлю. Хотя, знаете что, я оставлю. Пускай они меня сбрасывают. Я потом опять буду подниматься и зарабатывать копейку, монетки. Так, ну и что же мы с вами еще такого можем замутить? Здесь, что ли, поиграть? Подрынкать? Хорошо, давай посмотрим, кто у нас в составе. Иди отсюда. Так, погоди, нам и этот не нужен. Тогда мы сделаем, знаете что? Где у меня медик? Это не медик. Блин, да что ж такое, вот медик. А зачем мне нужен здесь медик, ё-моё? Тут же все равно на выживание идет, да? Хм. Нам выгоднее вот этого взять тогда, получается. Погоди-ка, мы же там не бомбим базу. Тут у нас война с мародерами. Угу, значит... Значит, я не знаю. Давай вот так вот попробуем взять. Так, и... Турель нужна? Скорее всего, нужна. Нам нужны будут еще бочки здесь. Сто пудов вам говорю, бочки обязательно нужны. Давайте вот так вот мы поставим. Все. Просто, ребята, заходочка такая. Ни о чем, как говорится, для фана.
Посмотрим. Ах, ёпарзете! Да что ж такое-то? Я подумал, ребята, что это не тот уровень. Не тот уровень будет. А это оказался как раз, да, именно с мародерами. Черт бы его побрал, а. Ну давай ты вылази, ё-моё. Я бойцов взял совсем для другого, если честно. Совсем для другого. Турель здесь абсолютно не нужна. Вот на этом этапе. Бесполезна она. Да бежишь, чепушила. Да и бесполезно ее ставить даже, если честно. Тут, кстати, вот в этом уровне, знаете, что очень хорошо. Блин, я даже не взял с собой... Да, я не взял с собой замораживающуюся бочку. Тут надо много-много ближников. Вот это было бы хорошо. А остальное, в принципе, все ерунда. На. Сони, давай, бомби. Вот действительно не хватает каких-то здесь, знаете, погодных условий. Урагана какого-нибудь. Шторма. Было бы прикольно. Сейчас говнюк вылезет. Сейчас вылезет, начнет стрелять. Вот так вот. А вот то, что Сонька здесь лежит, это плохо. Ха-ха. Поехали, поехали, поехали. Не стоим на месте. Постоянно надо быть в движении. Так, пошел. Сейчас говнюк выйдет, будет стрелять. Ну где он там, что не вылазит? Ну вот, турельку нашу снесло, как будто ее здесь и не было. Так, подожди, 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 Соня, ты здесь неуместна, если честно. Вот так вот. Хереть, да? Ну где, где там этот говнюк, который стреляет-то все время? Вот он, вылез. Я не заставил, так сказать, себя долго ждать. Так. Давайте, давайте. Нифига они не дают. Все горит, все в огне. В аду, ё-моё. Так, стреляем. Фига они его там расколбашивают, моего гварда. Просто бомбят и не морщится. Да ёпарсоте, ну! Что-то я просчитался маленько. Угу. Что-то я маленечко, ребята, просчитался здесь. Ладно, погнали. Всего лишь 207 убийств мы сделали. Этого мало. Этого очень мало. Ну чё вы, прёте-то? Ай, мой гвард упал здесь. Вот это плохо. Сейчас тут встанут трупаки, да, у нас? По-моему, да, этот встает. Пошли отсюда. Ай, турель, не трогайте турель. Сейчас выглянет, насчет расстрел. О! А если я Вилли вызову, посмотрим, как он себя ведет. А, ребят? Я думаю, что он должен хорошо себя вести. И заодно посмотрим, как он выдерживает выстрелы. Хреново он выдерживает выстрелы, ребят. Ну что ты со своим там шокером-покером, блин? Да. Куда ты? Куда ты разогнался? А если я в ответку? Нравится вам это, гаденыши? Ого! Вы увидели? Это что за зомба... А, это зомби от Вилли.
Понял. Фига такой чувак, да? Разъеденный весь был. Да, замес нехилый. Куда вы прете? А как будто бы я не знал, что так будет, да? Нате. Так, 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 так. Бежит, бежит, шайка-лейка. Дай заберу. Нет, гварда я пока не буду вызывать, ребят. Бесполезно, потому что сейчас этот хмырь вылезет, начнет бомбить. Ну, где он? Вот он, появился, не запылился. Погнали, 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 ребята. Бум, накрыло всех. Стреляй, стреляй. Так, надо вот сюда бочку, наверное. Оп. Красота. Давайте, до какого уровня мы, интересно, сможем пробить? Еще раз повторю, ребята, играем просто на шару, без какого там азарта или еще чего-нибудь. Просто в свое удовольствие. А ну-ка. Мне кажется, что Вилли какой-то немножко медлительный. И вроде бы с щитом, да, и такой слабый. Странно как-то. Твой заколбасили, твой... А, нет, Вилли еще жив. Ну, естественно, естественно, как же. А если я вот так вот сделаю? Давай, 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 бомбим. Как... Вот сюда интересно, если взять сварщика, предположим, да? Быстро он будет разбирать баррикаду или нет? Кстати, я не пробовал ни разу. Но мне почему-то кажется, что он бомбил бы нехило. Да, он, конечно, за себя не может постоять, но все-таки. Поехали. Что ты там выделываешься? Так. Да что такое? Они не дают просто, ребят, мне даже ничего сделать. Так, давай, давай, пошли, пошли, пошли. В разнос, в разнос. Вот это вот сюда бы сейчас три гварда, да еще под берсом. Как бы они быстро бы здесь базу разносили бы. Просто песня была бы. Так, пошло, пошло, пошло дело. Да их там нафиг взорвать надо. Всех. Конечно же, как же. Там что такое? Я уже думал, какой-то подарочек маленький валяется. Никаких подарочков. Слушайте, а гвард, он с чем вообще находится? Что у него в руке? Я вот, честно говоря, сколько играю, так и не могу. Похоже что-то на томагавку. Ну, согласитесь, да? Гвард с томагавком — это нелепица какая-то полнейшая. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тихо, тихо, тихо. Поехали. Полная зачистка. Ну давай, 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 колбасим. Разнесли. Вот так вот, это в ответку мне, ребята. Гаденыши. Так, 623 убийства мы уже с вами совершили. Твою дивизию. Как ты, блин, фига там зомбарь классно сейчас взорвался, видели, да? Эффект взрыва просто великолепен был. Не, ну уже нет смысла, ребят, кого-то вызывать или ставить, потому что, вот, видите. А теперь побежали. Давай, 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 быстрее, быстрее. Может, он как с каким-то молотком у нас этот гвард-то, а? Не могу понять. Давай, 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 давай. Левел 7, отлично.
Левел 7 мы с вами получили. Сейчас их будет все больше, больше, больше. Этот чувак будет все чаще вылазить, расстреливать. Да я туда нафиг бочку поставлю. Угу. Расколбас полнейший. Может быть, восьмой уровень успеем? Хотя вряд ли, ребят. Что-то мне кажется, что мы не возьмем с вами восьмой уровень. Не дадут. Просто-напросто. Вот так вот будут нас доканывать. Ладно, мы тоже, как говорится, не будем пасовать. Давай-давай-давай. Полнейший расколбас устраиваем. Не даем им тут шанса никакого. В принципе, я считаю, если мы левел 8 получим, это уже будет достижение хоть какое-то, ребята. Для такой, знаете, наспех собранной команды. Поехали. Вот так вот. Бомбим, бомбим, ребята, их. Турель, я не могу понять, а как это интересно, да? Этот чувак бомбит мой турель, а турель моя не может его расстрелять. Фигня полнейшая это на самом деле. Куда ты вот идешь? Так, что-то мне не нравится, как-то здесь все. Не-н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 е. Так дело не пойдет, ребята. Так дело не пойдет. Ну давайте, давайте восьмой уровень добьем по-быренькому. И, в принципе, можно будет на этом успокоиться. Ай, вот это плохо, что зомби здесь, ребята. Это плохо. Так. Сейчас, ребят, если он встанет. А он встанет. Конечно же встанет. Как же без этого-то? Да как так? Там бочка стояла. Я ее, главное... Не, ну тут уже какой-то... Подсрачник идет просто-напросто, ребят. Как будто все вот специально сделано так, чтобы нельзя было пройти. Я, конечно, попробую сейчас, но все равно это бесполезняк. Давай, 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 бомби, бомби. Сейчас этот хмырь вылезет. Тра-та-та, как всегда. Поехали. Давай, давай, давай. Бомби, бомби, говнюков. Ну, восьмой уровень-то будем. Да. Ну что, ребята, в принципе, что я хотел, я и сделал. Восьмой уровень, как видите, мы с вами заработали. Ну что, будем проигрывать. Хотя нас, наверное, сейчас быстренько тут расколбасят. Сколько проживем, столько проживем. Причем, ребята, мы с вами не использовали вообще никаких бонусов. Я считаю, что это очень даже хороший показатель. Сейчас будет жопа, ребят. Сейчас будет полная жопа. Угу. Ни мы, ни они не могут двинуться, а. Так. Ёлки-палки, сколько... Ой, все, ребят, тут проиграли мы. Но все равно я считаю, что это хорошо. 14 этих мы с вами подобрали, замечательно. Фух. Так, ну что, вроде бы больше мы ничего не можем сделать. А, нет, ребят, у нас есть задание, но это я уже сделаю за кадром. Там у нас потратить весь бензин. Я сундук получил, да? Я получил сундучок, давайте посмотрим, что у нас из него выпадет. Красава, мне нравится. Довольно неплохой реворд. Так, ну что, через 17 часов как раз я с работы приду, все закончится это. Здесь меня не спустили вниз? Нет, все так же на первом месте. Так, ну что, ребят, как вы понимаете, что в данный момент я
не раскачиваю своих героев, потому что мы копим с вами деньги вот на этого нового персонажа. Я, кстати, его еще пока ни у кого не видел. По крайней мере, в боях там, ну, не было его. Легкий солдат. Блин, 12-50% скидка, 12 тысяч, елки-палки. Ребят, я говорю, если бы два дня бы я в нее завис бы, я бы набрал бы эти деньги бы. Как говорится, Аустин мне в помощь. Тем более, она бы как раз горючку сливать. Все было бы шикарно. Но 24 тысячи, блин, теперь и жди неделю. Или, может быть, две недели, когда такой шанс еще выпадет. Он закончится через 28 минут. Да. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я, пожалуй, буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы увидимся с вами в следующих сериях. И будем дальше играть в эту игру, разбираться, смотреть, какие новинки, какие задания. В общем, все в этом темпе. Так что всем пока и до скорых видосиков.